Ребята, давайте наберем на день рождения моего брата 23 подписчика. Если вы их наберете, то я выпущу какое-нибудь вам видео. Что вы попросите? Я вам обязательно включу, что вы попросите. Например, показать всю свою квартиру, хотя я ее показывала в некоторых видео. Всю, может, даже квартиру моей бабушки. Или какую-нибудь игру. Я обязательно запишу видео. В любое время, когда вы попросите. Но если временем ошибусь, то всегда помните. Для этого есть часы, чтобы мне перепутать время. Вот так вот. Я чуть запись не выключил. Так. Ну ладно, ребята. Надеюсь, вы наберете на день рождения моего брата 23 подписчика, чему я буду рад. А на моем день рождения подписчиков, пожалуйста, хоть близ, или хоть 51 подписчик, пожалуйста. И вот просто люди, прошу, кто посмотрел эти срочные новости на Юбс, ребята, ну вы помните, один день назад я выпускал брейкинг срочные новости для своего канала. Я такие новости буду выпускать, если будет что-то экстренное для моего канала происходить. Или если будет происходить происшествие. Кстати, ребята, немного давайте поговорим про игру Among Us. Игра Among Us. Как вы знаете, все уже знают, выйдет карта Airship. Но вы не сможете пока еще этим утром. Извините. Вы еще не сможете этим утром обновить свой Among Us, потому что карта выйдет вечером. А уже завтра вы можете на ней поиграть. Так что порадуйте меня хоть на день рождения моего брата. Ладно, подарите мне 23 подписчика. Пожалуйста. Вот все, запись заканчивается. Всем удачи и всем пока.